землю, фулл сводка. Не в землю, хорошо, хоть одной попал. Не хочу место ухо уступать. Он не инвалид, чтобы ему уступать обойдется. Че, в каток будешь пизды получать, родной? А, не, смотрите-ка, пробивает, красавчик, красавчик. Красава. Слушайте, они поджимаются, как дурачки, конечно. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Но только я стреляю, как дурачок. А-а-а. Вот такая вот игра. 20 секунд, нахуй. Два барабана, один урон. Надо размениваться. Я, блядь, сейчас удалю эту помойку ёбаную. Ёбаные, блядь, картофельные помои. Не, вы видите, что за пиздец, блядь, происходит? Чё, ВЛД насрёт. Три рикошета, нахуй. Три рикошета, нахуй, ребят. Три рикошета. Забой. Не пробитие, а рикошета. Не, я не могу. Чуваки, с трех барабанов 1200 урона, блядь. Пиздец. Ну, его закроют сейчас со всех сторон. И он в этом не виноват. Вот отсюда должен шпаг высраться. Ну, я, блядь, был зацелен, но я развернул корпус. Я развернул корпус для того, чтобы получше встать, блядь. И вы понимаете, он в этот момент выехал. То есть я хотел за угол встать, чтобы тычку дать и тут же откатиться. В итоге я принял две, дал, блядь, одну и ту на 300 урона, блядь. Ёбаная бредятина, блядь. Я успел. И он успел. На меня вкатят, и меня даже не почувствуют. Просто имейте это в виду. Меня даже не... Ну, он, блядь, уебан. Ну, он взял, блядь, на ТТ-9 сдох. Я сейчас на ТТ-8 сдохну, блядь. Потому что на меня просто впорит, нахуй, ебанько на Эмили, блядь. Я специально так стою, типа, я смелый, типа, я заряженный. Хоть я и на КД, просто чтобы он не въехал, блядь. Мне... То, что он по мне будет стрелять, окей. Главное, чтобы не въехал. Потому что если въедет, он затащит за собой всю свою команду. И это для меня фатально будет. Я вижу, что он стоковый, но толку нет никакого, блядь, от этого. Мне нельзя, чтобы он именно вкатил. Все, мне пиздец. Они вкатят. Эта дура за собой. Я не буду вторую давать сейчас. Нет, надо давать. В идеале давать было в Шкоду ее. От Эмилия барабан затерпел. Там 2.57 еще фуло. Они ёбнутые. Ну, объективно. Ну, блядь, ну посмотрите на этих сволочей, блядь. Да подъедьте ко мне, мы их убьем, нахуй. Ёбаный рот, блядь. В чем проблема-то, блядь, не понимаю. То есть проблемы-то нет никакой. Шкоду бы, блядь, убрать отсюда, нахуй. Блядь, ну как там с деньгами? Ёбаный, нахуй. Их там просто 5. Смотрите, не обводится контур. Хрен. После боя, нахуй. Смотрите, контур не обводится. Контур не обводится. Collision модель трупа кривая, блядь, как мать нахуй, блядь, разработчика. Пьяница, блядь. Блядь, в дно попал. Хотя целился в НЛД. Ладно, везет, что пока что двушка. Я не думаю, что они врашат. Уже хорошо, но и дамага я здесь не дам. Я думал на Эмили дамаг набивать, но, блядь, я по нему 0 урона дал, у него 500 хп, блядь, осталось. Нам везет, что контракара пидораса дебил базу стоит охраняет. Да, не, и эти они дебилы, по сути-то. Башня в красное, скилловик, блядь. О, блядь, это в башню улетело, я ебал. Сука, от СУ-130 пользы в миллиард раз больше, блядь, чем от уебанов типа Т-10, блядь. Но это вообще смешно, блядь. Придурок ебаный, блядь. Обидный бой, мало дамага очень. 5к я здесь никак не волью. Тут уже все поигранный боёк для меня. Понятно, броня не пробита. Но я и ебнул с вертухи, объективно. Бой нереальное дерьмо. Союзники-пидорасы, которые нихуя абсолютно весь бой не делали, а потом в конце что-то начали делать внезапно и неожиданно. Блять, как меня это заебало. Мне сейчас артам ебет. После боя отвечу. Блять, пиздец, прикиньте, одной тычки до отметок не хватит, блять. Я знаю, Бурас где-то тут стоит. Блять, он далеко очень. Что поделать? Что поделать, блядь? Да, понятно. Он с панзер в упоре стоит. Ну, там метров 350, может, он меня высветил. А, ну гг.
Стойте, стойте, дальше тут выродки ебаные, блядь. Разбить вам каждому ебальник в кровище, блядь. Пидорасы, блядь. Если бы в Бураска попал, было бы вообще сказочно. Потому что 2000 урона я реально набил, и это много для этого боя. Смотрите, они реально за спиной стоят. Сюда и они реально за спиной стоят. Посмотрите на этого идиота, блядь. Нет, чуваки, едет С5, его убивать надо. Посмотрите, блядь, на этих придурков, блядь. Просто, блядь, посмотрите на них, ему похуй. Этому уроду ебаному, блядь. Вы, блядь, видите? Ему похуй. Объективно, ему похуй. Он же от башни их похоронит, блядь. Блядь, ебать, долбоёб на Эмиле. Сука, у меня нахуй нету слов. Это ж бой на 3 отметки был. 2 барабана еще надо дать. Понятно, не пробил. Ненужная абсолютно тычка от С3, но вариантов нет. Ну как там с деньгами? Уже. Чувак, я после боя отвечу, погоди. Блять, господи, что за хуйня? Блять, одну палку дать и все, походу, взяли. Боже, какой это пиздец. Какие же это уебаны играют. Слушайте, ну центр нихуево переделали, то что они сюда стрелять теперь могут. Раньше не могли. Хотя, может, они глубоко въехали. Это пиздец, этот Эмиль, это, блядь, что-то. Мы же перепушить можем, 2 танка, блядь, стоит. Блять, 2 танка стоит. В чем проблема их перепушить-то, блять? Он стоит, они ёбнутые. Это конче, блять, пиздец, у меня слов. Блять, у меня слов нет. Это они конченые, нахуй. Они реально, блять, конченые. Они, блять, реально ебанутые, нахуй, я вам отвечаю. Все, взяли отметку уже железобетон. Блять, это просто пиздец. Блять, я бы ему голову разъебал бы, блять. Я бы в такой сокер, блять, с ним сыграл бы, нахуй, он бы охуел. Ну так или иначе, в этом бою очень сильно повезло. Их тупость пиздец как зароляла. Их тупость пиздец как зароляла. Ну, очень тупые союзники, очень тупые противники. Все, папка взял 3 отметки. Мастера, нахуй. Сколько там показывало, блядь? Почти 95,5. На самом деле там 95,2 максимум. 95,4. Блядь, это пиздец. Средуха какая. А, так ебать, я еще подапнул немножко. Не, танк охуенный, конечно. Я супер кайфанул, пока на нем катал. Как Клумба, да? Кайфанул. Он там тоже кайфует. За 4 боя 4200 получилось. Сам поиграл. Ну все. Я выстрелил как хуйло, я знаю. Но это невозможно в это дерьмо играть. На этой карте ебанут. Блять, танк, конечно. Мы не будем, наверное, на Пантере брать отметки. Причем не сегодня, а никогда вообще. Но я не хочу играть на этом танке. Особенно не хочу играть против выблетка, блять, на борще, который стоит просто и хуярит из кустов. Вот и выблядок, блядь, на борще, который хуярит из кустов. Мне пришлось кидать свертухи в меня, хуйло, блядь, заезжает в прицел. Блядь, какой же это пиздец, бля, какой это бред, нахуй. Это танк нереальное дерьмо, это катастрофа, а не танк, блядь. Просто, блядь, бесполезнейшее чмо, блядь. Самое бесполезное чмо на земле. Это вот, блядь, Пантера, блядь, 8-бой. Я знал! Ты посмотри, что делает, блядь, ой, боже. Блядь, как хочется этому льву ебальник вскрыть. Обезьяна, блядь. Этот танк, это самое тупое чмо на земле. Блядь. Сейчас артой доберут либо ИСУ, либо ЛТТБ, блядь. А вот и ИСУ. Светляк, мне похуй. Я светляк, мне поебать, ребят. Короче, делаем 1000 нахуй за света среднего на нем минимум, блядь. Танк имба.
Этот танк лучше ковша или хуже? Это одного поля ягоды. Дерьмополе. Есть такое дерьмополе, и вот на дерьмополе выращивают... Ебать, танкую, блядь. Не, без стаба, конечно, лютый кусок. Но я не хочу ставить стабилизатор. Что пантера 8-8, что, блядь, ковш, это одного поля ягоды, блядь. Забудь. Ну как там с деньгами? Спасибо. Чел, терпи сколько угодно, но я остановился на стаба. Прицел. Досыла исключительно вторым номером. Либо страдай как на 907. Я буду так катать. Ну как там с деньгами? Ху, генерал. Здорово. Там Джофф на себе футболку порвал. Да? Зачем? Я хуячу на пантере, мне похуй. Блять. Зажал, ну как там с деньгами? Господи, блять. А идите вы нахуй, блять, просто. Не, это пидорский танк, блять. Это настолько бесполезное дерьмо. Ноль брони, блять. Как на ЛТ. Просто, блять, как на ЛТ играешь. Ребят, почему я нахуй на ЛТ играю? Ребят, почему я на ЛТ играю? А знаете, почему они вперед не едут? А их СТРВшечка контрит. Блять, нереальная помойка, нахуй. Yes. Не, это пиздец. Это просто смешной танк, блять. Вот он смешной. Он просто нахуй смешной. Жесть. Ну танк смешной. Блять, он просто, сука, смешной. Этот ёбаный танк, он просто смешной, блять. Ну как там с деньгами? Дарова тоже пробовал катать турби. Блять, этот танк просто, сука, смешной. Смотрите, какой взвод у нас, нахуй. Пациента стационара полная, блять. 3-5 счет, нормально, 0 урона за бой. Сейчас чисто в тузаем, зайдем и бой выиграем. Шучу, не выиграем. Сколько тут голда? Голда, 237, класс. У них же там по-любому танки уже. Кстати, ребят, в туза к ним прихожу. Сейчас пукнем на 2... А, все. А, он тут, ёб твою мать. А, вот и все, вся суть этой игры, блядь. А, все, блядь, а вы что думали? Чуваки, я еще... Это просто, ну, типа, на 100% не танк. Бля, это лютая мусорка. Это пиздец. Это такой кусок дерьма. Ну, как блядь, там с деньгами? Это, блядь, жесть просто. Илюшка, а может... Я после боя отвечу. Это просто лютейший, блядь, кусок говнища. Но меня ЛТ-432 выебит, вы это понимаете? Это абсолютно, нахуй, нулевый танк. Он абсолютно нулевый. Ты танкануть на бизоне не хочешь? Дебил, блядь, 277-го, блядь. Он может принять от 277, и мы вдвоем его убьем. Он не хочет принимать от 277, этот уебан. Блять, конченый, сука. Просто, блять, конченый. Раньше ж нельзя было так сделать, блять, пока на нас С7 не смотрел. На нас ведь С7-то не смотрел, понимаете? А сейчас на нас С7 смотрит. А у нас 237 пробития, мы этой палочкой ебаной, блять, хуй чё пробьем. Это палочка-ковырялочка, блядь, понимаете? Это палочка... Не, это пиздец. Это лютое... Это лютейшее дерьмо. Этот танк обязан быть первым в игре 100% льготом. То есть он попадает только к шестеркам и больше никуда, блядь. Чтобы вообще восьмерок не было в бою, нахуй. Вообще, нахуй. Кроме тебя ни одной восьмерки, блядь. Это лютейшее дерьмо, это пиздец. Какие ж у них бомжи, блядь, играют, это пиздец. Да и у нас тоже. До свидания. Похуй, ты 6 приму. Я так и знал, что он долго ремку искал. Понимаете, да? Это в первый раз он не починился ремонтом. Это он ремку искал. Это он, ребят, искал кнопку ремки. 3 с лишним секунды. Ебать. Не, ну если у нас команда немножечко с припистком, с таким, блядь, то у них она вообще нахуй отбитая на всю голову, блядь. Т-28 на страже базы. На страже камня, я бы даже сказал, блядь. Вместе с леопардом. Пацаны охраняют камень. Это, видимо, какая-то... Блядь, у них даже вафля впереди. На ДЦПГане, блядь. Это какая-то порода просто уникальная, понимаете? Ну, я имею в виду, не они порода,
а камень типа порода какая-то там может быть, я не знаю, изумрудная это слюда, и они, понимаете, заняты ее, значит, профессиональным дефом. И они заняты ее профессиональным дефом, и им это приносит какое-то удовольствие. Ну, смотрите, все, разыгрались, ребят, разыгрались. Против придурковатых. А, вот такая вот маскировка в этой игре. Вот такая вот маскировка в этой игре. О, он аж подпрыгнул, блядь, от радости. Он аж от радости. Осталось только подхрюкнуть еще, блядь. Это классика жанра в этой игре, родной. Блять, ебать, какие они охранники камней, это пиздец. Блять, хуй поймешь, что у ебаньки в голове, блять, выпиться, не выпиться. Это на леопарда хуярить было. О-хо-хо-хо-хо-хо, ебать, ты на обезьяна. О, блять, обезьяна. Ой, обезьяна, блять. Ой, а нахуй на стандарт на горе, если пооткатывается прогеты и спокойно в меня настреливает, блять. Я ж тут еще дал бы, блять, но я не знаю, ну 1500-2 точно. Бля, ребят, короче. Чё хотел у вас спросить? Вы же всё-таки подписчики и можете порекомендовать, и в случае чего купить. Значит, посмотрел я там, ну, есть девушки-стримерши с Твича. Они охуенную идею сделали. Вот. Я, короче, думаю повторить, но хочу с вами посоветоваться, типа. Вот. Ну, типа, вы не против? Ну, я не буду так в лоб, да, заявлять. Я хочу вас спросить, против вы будете? Против вы будете, не против. Короче, смотрите, я хочу пукать в баночке и продавать. Вы будете покупать такое вообще? Вы мне скажите просто. То есть просто как есть, четко просто. Вот. Да или нет? То есть вы будете такое покупать? $300 за штуку, ребят. Ну, вы поняли. Угадайте, кому сейчас пролом ебала совершат. Сейчас случится пролом ебала, ребят. Сейчас произойдет пролом ебала. Но я как бы для своих тут этот пытаюсь забронировать местечко. Но вы же понимаете, что двустволочка как бы, блядь, едет сюда с S3SMZ, блядь. Вот так вот, ребят, вот так вот. Вот так вот, ребят. Ребят, посмотрите, где S3, умоляю. Посмотрите, где, сука, ёбаный шлюхин сын на S3. Мы проебали бой, все. Мы проебали бой. Можно отсюда съебывать. И если у меня получится, это будет отлично. Запомните, если вы едете на горку, и вы едете вниз, я надеюсь, вы, блядь, сгниете нахуй. Просто пидорасы вы тупые. Как его выщелкнуть смешно. А этого еще смешнее. А S3, знаете, что будет делать? Он будет смотреть, как ебут нашу команду, а повлиять он на это не сможет. Ой, блядь, чуть куст не проехал. Блядь. Да, Скорпион. А мы в него никогда не попадем, он задонатил. Ну как там с деньгами? Знаешь. Два в землю. У Скорпиона два мимо. Чуваки. Два в землю. А, не, вот сейчас Скорпион попал. У Симовента мимо. Вы представляете, блядь? Он же в ангаре давным-давно должен быть. Вы видите, какой это пиздец? Это ужас, блядь. Не крутят, кстати. Все, короче, останавливаемся, сводимся, иначе мы, блядь, нихуя дамага не дадим. Один с ноль, блядь. Не пробил. Блядь, идите вы нахуй просто. Блять, как хочется 704-го затаранить, наверное, не доеду. Да я его и не затараню особо сильно. Не, в пизду будем просто настреливать, и до него не доеду. Я до него просто не доеду. Есть 89,2, ребят. 89,2. Этот тайминг. Не, тут пизда уже все. Я говорю, нам еще везет, они очень тупые, блядь. Все, пизда. Блядь, у нас же в спине еще танки. Ёб твою мать. Не, все.
Пиздец. Пиздец. И он пушить будет, я думаю. Блять! Падать будут, интересно, или нет? Ну, наши долбоебы базу захватят, это точно. Но они будут падать, я думаю. Ух ты, блять. И в натуре ведь упали, а? Блять, какие суки. Ой, блять, твари ебаные, косолапые, блять. Факт. Ребят, плюс чат, кто уебал бы Сибили хорошенечко по башке, блять. Он на дубине, походу, и он КД. А я фугеса уже зарядил. Куда звонишь? Погоди секундочку, родной, ща я отвечу. Я сейчас, блядь, буду фугасами стрелять в пацана. Ой, блядь. Что-то я испугался, что я, блядь, сейчас все... Не надо меня толкать. Я и так приму, не ссы. Да я приму, ну ты долбоёб. Ну а теперь я не буду принимать, мне гвардейцу ебал. Вот нахуй ты это сделал. Я бы принял бы от него. Я бы принял бы. Все аккуратненько. Так мне гвардейцу ебал. А я не вижу. Ну ты заебал. Блять, так хочется Сибили чисто уебать по голове, нахуй, все. Блять, так хочется Сибили чисто уебать в голову, нахуй, хорошенько. Не, я ебал, блять. Меня это так заебало, блять. Как меня это заебало. Итоги стрима. Кто пришел на стрим по трем отметкам на Шкоде, отметка есть. Вот. Взяли за 4 боя, вон, видели, как накрутили, блядь, 4200 средухи пизданули, отметку взяли. Решил я побаловаться на куске дерьма, блядь, как меня, блядь, тошнит. Меня просто, блядь, тошнит от этого танка. 83% на нем было, когда мы начали. По итогу 96 стал. Я там пару боев заруинил сам, планка у танка 2500. Ну, я скажу так, вначале меня на нем очень жестко ебли, потом стало получше, то есть вы видите, я почти дамагом 3 отметки закрыл, но у меня здесь и засвет очень хороший, но танк дерьмо лютое, то есть вы не думайте, что завтра мы с наскоку на нем возьмем 3 отметки, не возьмем, это я вам гарантирую, блядь.